Здравствуйте, мы сейчас находимся на выставке CPM 2019. Марина, расскажите, пожалуйста, что такое визуальный мерчендайзинг, с чем его едят, зачем это нужно? Да, всем привет. Собственно, тема моего выступления – визуальные коммуникации в ритейле. И действительно, я, как всегда, на каждой своей лекции касаюсь алгоритма визуального мерчендайзинга. Так вот, все просто на самом деле. Визуальный мерчендайзинг – это визуальная коммуникация бренда и покупателя. То есть первое, с чем сталкивается твой покупатель, придя в магазин. Организация пространства, использование баннеров, имиджей, выкладка товара, торговое оборудование. На самом деле все визуальные приемы, инструменты мы относим к визуальному мерчендайзингу. Важно любому ритейлеру понимать, что это алгоритм действия, что это не просто пойти выложить товар, неважно где, неважно как. Конечно, во всем есть логика определенная. И мы как раз визуальные мерчендайзеры знаем четко логику и алгоритм и помогаем ритейлерам последовательно его интегрировать в существующее или в будущее торговое пространство. Простыми словами, буду коротко, теперь скажу коротко. Визуальный мерчендайзинг – это алгоритм действий, включающий в себя организацию пространства, торговое оборудование, выкладку товара и вообще интеграцию любой графической коммуникации в магазине. Марина, спасибо большое. Вот теперь нам все стало понятно. Теперь мы можем идеально выложить товар так, чтобы покупатели именно покупали. И организовать торговое пространство в первую очередь, а потом уже выложить товар. Спасибо большое и удачного дня. Спасибо.